за мисочку похлебки бесплатно. И копали окоп. И что, выжили. Выжили, несмотря ни на что. В Сочи осталось 72 очевидца тех страшных событий. Многие из них сегодня собрались в Зимнем театре. Вы своим личным примером показываете всем нам стойкости, крепости духа советского воина, русского солдата. Для нас это очень важно, почетно. И безмерно вас благодарим и преклоняемся перед вами. То, что вы прошли, то, что вы выстояли, и для всей Родины, для всей большой страны вы являетесь вот таким самым серьезным, беззаветным служением для Родины. На встрече с главой города Алексеем Копайгородским жители блокадного Ленинграда делились воспоминаниями о войне. Это абсолютно разные истории, но в то же время очень похожие. Они о том, чего не хочется вспоминать, но невозможно не помнить. О голоде, холоде, боли и страхе. И однажды, когда мы собирали топливо, я устала и присела отдохнуть на кубический ящик из-под пороха. У меня был малиновый берет, а вот они открыли огонь по моему берету и по людям, которые работали рядом. Мама успела среагировать на шум снарядов, подскочила, отбросила меня метра на два от того места и сама упала. На том месте образовалась огромная воронка. Моя мама работала на дороге жизни. Это был перевалочный пункт, где останавливались блокадники. Они разводили костерок, грелись, потирая руки, изможденные, и многие из них умирали. И мама ходила на работу мимо гор трупов с двух сторон. И не боялись, ходили. В блокаде, ну, когда мама умерла и брат тоже, мне было 2 года и несколько там месяцев, понимаете? Вот. Еще 3 лет не было. Меня нашла родная тетя. Я была больная очень. Я умирала, она сказала. А в больнице сказали, не волнуйтесь, ее вы не довезете такую. Мы ее отправим в дом малюток. А в дом малюток — это Куйбышевский район города Ленинграда. Вот там я была до сентября 45-го года, когда вернулся отец. Сегодня пережившим блокаду глава Сочи Алексей Копайгородский вручил юбилейные медали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, поблагодарив за силу духа и военно-патриотическую работу с молодежью. Ну а молодежь подготовила для блокадников, ветеранов войны и своих сверстников большой концерт, посвященный 76-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда. О войне и о блокаде он узнает не из книг. По всей стране в эти дни проходила акция «Блокадный хлеб». Сегодня ее финал. К мероприятиям присоединился и Сочи. По всему городу волонтеры раздавали 125 граммов черного хлеба, как напоминание о подвиге мирных жителей Ленинграда в годы войны. Именно такая минимальная норма была установлена для блокадников. А сегодня в школах города прошли уроки мужества и театрализованные спектакли. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным подсчетам, в городе погибло до 1,5 миллиона человек. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.